Доброе время суток, с вами Виктор Дурин, 15 июля 2019 года. И вот мы видим такие рясные, как у нас говорят на Кубани, деревья вишни. Это сорт рижская. Видим чучело и очень эффективная его работа. Вот там ни одной ягодки нет наверху, поклеванные рядом с ним. А вот здесь внизу, где его не видно, вот здесь видим с края уже несколько ягод из клёва. А там, где у соседа чучело вообще не видно, здесь вишня тоже стояла красная, а сейчас вот только видим красные листья от сока, вот такие все, и обклеванные ягодки, вот косточки одни остались. Ну, на этой вишне вот видим одни косточки. Ну, и внизу, соответственно, косточки набросаны. Так что их эффективность чучел очень даже хороша. И вам таких же успехов в защите урожая от летучих таких стай скворцов, в основном, которые нападают на вишни, не защищенные чучелами. Как вот это сделано здесь, вот видим, все вишни целы.